Хочу вам показать, если видно, то растет второй листик. Это означает то, что вот этот вот первый малыш, да, листочек, он большим не вырастет, он будет маленьким. Вот второй листочек будет чуть-чуть больше. И так со временем он вырастет до таких размеров, да, как вот эти листочки. Так как у него нет сил, у орхидейки нет сил, она сначала растит маленькие листочки. А нет сил у нее, нечем питаться, да, нет корешков. Но, видите, уже растет второй лист. Это знаете, что означает? Значит, растение полностью выздоровело. Помог фундазол. Так что я очень рада, что растюха будет жить.